Пожалуй, любимое место для любого ребенка – это дворовая площадка. Ведь здесь ребят ждет множество интересных занятий. Песочницы, качели, горки, карусели становятся отличным развлечением для детей. Отличным, но не единственным. Ведь главное занятие на такой площадке – это игры с друзьями. В День защиты детей 1 июня в Славянске на Кубани открылись летние дворовые площадки. Работа детских площадок этим летом организована во дворах 16 многоквартирных домов Славянска на Кубани. Глава города Александр Коновалов побывал на открытии одной из таких площадок по улице Батарейной. Набирайте сил, чтобы новый учебный год встретили бодрыми, крепкими и хорошо учились. Праздник, дорогие. Во время школьных каникул юные славянцы могут с пользой провести здесь свой досуг. Узнать много нового и интересного, попробовать себя в спортивных соревнованиях, завести новых друзей и просто весело провести время. Без присмотра ребята не останутся. С детьми занимаются молодые вожатые. Организуют активные игры, проводят творческие занятия. Мероприятия проводятся как спортивной направленности, так и творческого характера. Плана ежемесячно, два раза в месяц мы собираем детей со всех площадок на территории Северного парка возле комплекса «Белая ладья», где проводятся между ними спортивные соревнования по 9 видам спорта. Здесь каждый ребенок найдет увлекательное занятие по душе, а вожатые постараются разнообразить каждый новый день, проводить конкурсы, устраивать всевозможные соревнования среди ребят. Ну, сегодня проходят соревнования по стритболу, но я здесь работаю первый день, столько эмоций на самом деле, и уже много новых знакомых. Можно быть уверенными, что юные славянцы смогут провести это лето с пользой и большим удовольствием. Я очень рада, что наступило лето, потому что я люблю заниматься спортом на игровых площадках. Я очень рада, что площадка открылась. Здесь очень весело, здесь вожатая очень хорошая. Здесь очень весело, лето наступило. Классно. Разные игры, весело. Я рада, что открылась площадка. Можно поиграть с друзьями, подружиться с другими. И у меня много впечатлений. Площадки будут работать каждый день, кроме выходных, с 5 до 9 вечера. Также в День защиты детей в Северном парке состоялась акция «Запишись в клуб». Представители молодежных подростковых клубов рассказали всем желающим о своих достижениях, предлагали вступить в клуб, чтобы в течение лета принимать активное участие в работе молодежных направлений. Сейчас проходит акция «Запишись в клуб». Здесь наши подростково-молодежные клубы представили свои экспозиции, показывают свои награды, достижения и на сцене показывают свое собственное творчество, чем они занимаются. И историческая реконструкция, и волонтеры, и артисты, и наши все-все-все клубы, которые только сегодня заявились. Северный парк – это территория отдыха, территория развлечений, территория развития нашей молодежи. Поэтому именно здесь это и происходит. Вот так весело и интересно прошел этот праздничный день – День защиты детей. И это только начало. Впереди еще 3 месяца полных веселья и активного отдыха. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».